Подведены итоги выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах республики. Всего был зарегистрирован 401 кандидат на должность глав муниципальных образований и 1895 кандидатов в депутаты. Среди кандидатов из политических партий наибольшее количество предоставлено из «Единой России». Всего из 30 действующих на территории Якутии партий в выборах кандидатов выдвинули 7 партий. Напомним, выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября. На последнем этапе выдвижения и политические партии, и самовыдвиженцы активно выдвигались, поэтому мы можем сказать о том, что выборы у нас состоятся повсеместно, то есть будет избрано больше 100 глав администрации и больше 1000 депутатов поселений. На депутатов поселений у нас выборы будут почти везде альтернативными, более чем 4 кандидата на одно место на глав администрации, ну а выборы депутатов поселений, там почти что 2 человека на место.